Привет, зритель. Я давно не обозревала ничего с Wildberries. Но как-то у меня так тут получается, что вот этот вот чай новый для меня. Точнее, эта фирма новая для меня. Фудвилл, матча синяя. Ну, Клитория троечатая, молотая. 100 грамм. Почем брала? Что-то как-то очень сильно бюджетно. Ну, удивительно, короче, сколько она стоила. Я сегодня ее как раз забрала. И она, кстати, свежая, срок годности у нее 1,5 года, 18 месяцев. 1 марта этого года она создана. Сейчас у меня тут загрузится мой личный кабинет. Я скажу, почем я ее брала. Ну, артикул я оставлю в инфобоксе. Короче, 286 рублей она стоила за 100 грамм. Вот за 100 грамм я последний раз, ну, тоже как-то около 300 покупала. Но помню, первый раз я вообще что-то 600 с чем-то отдала за эти 100 грамм. А сейчас скажу, почем она. А сейчас она тоже столько же стоит. И артикул я тебе прочитаю 15, 18, 26, 9, 9, 8. А потом еще оставлю его в закрепленном комменте и в инфобоксе. Сейчас вот вскрытие. Вообще я люблю вот с такими ключами покупать консервы. Потому что иначе у меня проблема с вскрытием. Я не знаю, засняла ли камера, тут легкий такой порошочек был. Воздух пошел. Мне кажется, вот для чая, если оно в таких баночках, или вот бывают сухофрукты в таких баночках, или бывают орехи в таких баночках. Ну, в каком-то плане может и удобно. Баночку можно потом заюзать повторно. Если ты все еще ждешь или, может, просто хочешь, это тут, я не знаю, мне просто не помню, писал кто в комментах или нет, с просьбой вот для такого чая. Короче, если ты хочешь дегустацию синего чая, тем более порошкового, дай знать в комменты. Я тебе запишу, и с тобой вместе выпью этот чай. Ну, как бы, может, у тебя тоже будет, когда ты будешь смотреть этот ролик, как я выпиваю этот чай, то ты тоже его захочешь заварить и попить. Спасибо тебе за просмотр, короткий такой обзор. Пока!